Привет, мои дорогие друзья, с вами канал Те Арт. И да, я снимаю видео на вокзале, не удивляйтесь, я уже уезжаю. И сегодня я хотела сказать, что будет с леопардом Лео, если он продолжит на меня не обращать внимания. Это ничего не изменит. Также появится скоро сериал «Слуга», в котором будет... Какой «Слуга»? Да ты заколебал. Иди в зад помещай. Я задаю типа подписчик. Какого слуга? Да, такой сериал, короче, в котором будет драма, страсти, счастье, тоска и вампиры. Прям как в сериале «Сумерки». Только будет немного другой. Ты знал, что в «Гарри Поттере» снимался этот актер «Сумерек»? Да, я знаю. В последней серии. Да. И я так-то... Которую ты смотрела. Да, подожди. Я так-то не забыла про сериал «Хранитель элементов». Просто я ту серию, которую сейчас уже доделала, снимала на старом телефоне. А сейчас у меня новый, а не старый. И тот у меня разряжен. И поэтому вам еще чуточку придется подождать. И это полная жопа. Ишь, какая тесно. Да. Дедушка. Ну так вот, с леопардом Лео приключится то, что колета, мне придется, если он опять же если он опять же продолжит на меня не обращать внимания, то мне придется его бросить и снова остаться одной. Поэтому не вынуждай меня этого делать, ведь это последнее предупреждение. И это все, что я хотела вам сказать. Кстати, почему, допустим, я не смогу снять на поезде? Потому что там очень плохо ловит интернет, его вообще нету, и поэтому я не смогу там заснять хранители элементов, а пока я на вокзале, тут хотя бы интернет ловит. Да-да, с интернетом. Вот, в общем. И да, это почти как с Сырмюшу. Я решила сделать себе вот такой хвостик, который, кстати, не присоединён никак. Ты же так мила. Обожаю Милшу. И поэтому сделала ее стиль. Потому что она просто милашка. Да. Я обожаю стиль Милшу. Возможно, меня тихо слышно, потому что я сейчас снимаю на вокзале. Здесь также есть другие люди. Поэтому как-то, ну, понимаете, да? Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.